тебя завтра. А после разминки на чистый бинтик заменим. И все. Будет полегче. Вот, и бинтование, наверное, должна быть чуть-чуть согнута. Не разогнута, не согнута, а чуть согнута. Тогда ее можно потом будет дать при другом бинтовании и согнуть, и разогнуть. А иначе какая-то функция выпадет полностью. Если разогнуть ногу, забинтовать, то ее не согнуть потом. А если согнуть, забинтовать, то ее не разогнуть будет толком, надо будет напрягаться. Так все, нагнется, разогнется.